На этот раз пусть Ник будет первым. Хот-дог. Здорово. А у тебя что, Клэр? Похоже на хот-дог, но что-то мне подсказывает, что на вкус он совсем другой. Он сделан из мармелада. Ник, ты с чем любишь? С кетчупом или горчицей? О, у меня тоже есть соусы. Видишь? И начинаем поливать. Дамы и господа, заводите свои двигатели. Да, прямое попадание. Ням! Вау! Похоже, сладкие пары ударили ей в голову, даже слишком. Это лучший день в моей жизни! Вау! Ник, я что, тебя испачкала? По крайней мере, это вкусно, да? Завтра на экзамене я буду блистать. Клэр, может, мы продолжим наш челлендж? Я прямо вся на иголках. Я начну? Та-дам! Да тут просто конфетный рай! Ты только взгляни на все эти сладости! Кажется, будто я выиграла в лотерею. Нику тоже повезло. Ребята, ну что, готовы? Я еще никогда в жизни не была так готова. Да? Ой! Это моя тетрадка упала? Мне уже не терпится съесть эту штуку. Подожди секунду. Быстрее! О, и вот эту штучку. Кто не любит яйца на пицце? Настоящие яйца, конечно же. Как ты могла так поступить с моей пиццей? Поверь, я сделала тебе одолжение. Да ладно, я люблю сочетать соленое со сладким. Тебе. И бум! Свекла. Она выглядит как-то неаппетитно. Здесь даже волоски растут. Никогда раньше не ела свеклу вот так. Думаешь, она вкусная? Но она хотя бы фиолетовая. И пахнет не так и плохо. Смотри, она покрасила мне палец. А вот с этим я уже знаю, что делать. Минуточку. Джулия. Что ты там делаешь? Странно. Тебе нравится? Мне так идет этот оттенок, да? А можно я попробую? Пожалуйста. Джули, какая ты жадная. Не волнуйся, это тебе. Открывай. Пончики с розовой глазурью и голубой посыпкой. Я в деле! Не терпится скорее их попробовать. Этот пончик просто шедевр. Попробуем. Да, это не свекла, но губы все равно получаются красивыми. Они так сверкают, а на вкус как сахар. Надувайте губки, девочки. Время для селфи. Розовый и фиолетовый отлично смотрятся вместе. А вот и следующее цветное угощение. Что у нас тут? Знаешь, похоже, нам надо поменяться. Да, так-то лучше. Готово. 1, 2, 3, поехали. Посмотрите на эту питаю. А Джули досталась большая краснокочанная капуста. А вы бы что предпочли? Она размером с мою голову. И такая же твердая. Джулия, смотри, зубы не сломай. Я сдаюсь. А у тебя как дела? У меня тоже все непросто. Это нужно кусать? Пахнет странно. Ну, не знаю. А вот я знаю, что мне делать. Я ее почищу. Кто знает, что там прячется внутри? Фух, они когда-нибудь закончатся? А я не буду тратить время и просто разрежу фрукт пополам. Теперь он выглядит уже не так пугающе. Но защита не помешает.
посмотрим на него поближе. Да, все выглядит совсем по-другому. Боже, сколько же здесь семян! Ханна, на это может потребоваться время. Ты точно хочешь это делать? Такими темпами мы будем здесь до Нового года. По крайней мере, Джули тоже занята. Кто закончит раньше? Джули с бесконечными капустными листьями? Или Ханна с семенами питайи? 98, 99 и 100! Получилось! Посмотрим. На вкус, как обычная капуста. Ханна, а ты заканчиваешь? Вау, почти готово! И 100! Боже, это настоящее достижение! Надеюсь, оно того стоило. О, этот фрукт такой сладкий! Секундочку, здесь еще семена? Да тут, наверное, еще одна сотня. О! А, Ханна, с тобой все в порядке? Сеньорита, у меня для вас еще есть угощение. Готовы? Начинаем. Да, сделаем это. Шоколадная рыбка. О! Вау, выглядит вкусно. Думаю, я знаю, что будет у меня на тарелке. Нет, это ужасно. Фу, она воняет. Она мертвая. Нет, это ненормально. Съем шоколадку. Не делай этого, фу. Не могу поверить, что она дотронулась до этого языком. Поздравляю, Лана, ты победила. Дашь кусочек? Ладно. Вау, это намного больше, чем кусочек. Похоже, Лили сильно голодная. Эй, мне-то оставь. Мне надо было как-то перебить вкус той рыбы. Окей, девчонки, пора протестировать вашу любовь к шоколаду. Ну уже, давайте сюда. Ну. Лучше бы ты их не забирала, Джесс. Ну что, готовы начать дегустацию? На одной тарелке лежит шоколад, а на другой увидите сами. Наслаждайтесь. Ничем не пахнет. Ладно, давай вместе откроем. Раз, два, три. Что? Шоколадный телефон? Совсем как настоящий, да? А вы отличите шоколадный телефон от обычного? Посмотри на мой, Лили. Вау, так круто! Чего же вы ждете, девчонки? Кусайте. Боже мой, как вкусно! А вот мой не очень. Улыбнись, Лили. Скажи «шоколад». Давайте добавим интриги и раскроем тарелки друг друга. Раз, два, три, вперед! О, дорогой парфюм! А этот хоть и не такой дорогой, но пахнет просто волшебно. Да, мне опять достался шоколад. Ух ты, да у тебя тут здоровенный кусок сладости, Вики. Не могу больше ждать, пора кусать. Даже вкуснее, чем я думала. Интересно, как он пахнет? А, прямо в глаза! А, жжется! А, Кевин, ты как? Оу, ты только посмотри. Пахнет свежескошенной травой. Вдыхай, Вики, вдыхай поглубже. Ладно, все, объявляю этот день лучшим в моей жизни. Вы двое готовы к следующему раунду? Эй, смотри, белый голубь. Поменять тарелки местами? Доверьте это Кевину. Эй, ну-ка, не так быстро. Держи свое и убери ручонки от моего. Ладно, проверим, что там. Золотое яйцо? И еще одно золотое яйцо? Ого, думаешь, оно из настоящего золота? Интересно, какое из них поддельное? Нет, я думаю, мое настоящее.
думаю... Давай укусим вместе на счет три. Раз, два, три. Поехали. У меня шоколадное яйцо. У меня шоколадное яйцо. О, нет. Кевину досталось настоящее яйцо. Жаль, что никто его не отварил перед этим. Кто-нибудь быстро принесите ему тазик. Прости, Кев. Вот, заешь его моей шоколадкой.